То откроют, то закроют. В таком режиме этим летом работали крупные объекты торговли. Многие предприниматели с нетерпением ждали окончания карантина, чтобы начать работу. И вот сейчас санитарные врачи разрешили деятельность многих объектов. Дано разрешение для возобновления деятельности крупным торговым домам, торговым центрам, крытым продовольственным, непродовольственным рынкам на сегодняшний день, общественным баням, саунам, парикмахерским, салонам красоты, которые начали свою, возобновили свою деятельность, детским дошкольным учреждениям в том числе. Здесь исключительно только для дежурных групп, аттракционам, развлекательным центрам, именно касательно аттракционов на открытой площадке. Функционируют на сегодняшний день все с ограничением по времени детские и взрослые образовательные кружки, центры, коррекционные кабинеты. 17 августа, время 10 утра. Открывается крупнейший в Уральске торгово-развлекательный центр «Сити-центр». Покупатели уже с утра спешат первыми сделать покупки. Их можно понять. Долгое время большие магазины оставались закрытыми. Целый месяц не было доступа никакого. И вот сегодня тоже сами идем, хотим немножко пройтись, посмотреть, как говорится, отдохнуть, закупиться на осень. В администрации «Сити-центр» отметили, что объект был неоднократно проверен. Предприниматели подходят очень ответственно к соблюдению санитарных норм. У нас начали работу более 400 предпринимателей. Все мы готовы. Мы полностью соответствуем всем стандартам санитарных норм. Убедительная просьба наших посетителей также придерживаться к санитарным нормам и приходить к нам в гости обязательно в масках и с хорошим настроением. У нас начали работу рестораны. За долгое время мы ждем наших гостей. Тем временем бутики и магазины заявляют о сезонных распродажах и скидках на приобретаемые товары. Мы не работали в уходе с июля месяца, 5 числа уже. И да, мы с радостью их всех ждем, потому что, как видите, у нас финальные скидки, распродажи скидки до 70%. Почти можно сказать, на все поступление новой коллекции. Мне кажется, все сотрудники торгового центра ждут этого, чтобы все уже карантинные меры уже ослабили, чтобы выходные не так же работали, потому что выходные дни, как ни крути, все равно работает больше, точнее, отдыхает больше людей и больше трафика идет к нам. Отметим, что выходные торговые центры и рынки не будут работать. Также приостановят свое движение общественный транспорт. Такой режим будет действовать до конца лета. Роман Копняев, Айбулат Джигапар, Александр Грабарев, ТДК-42.